Друзья, я вновь всех приветствую на своем канале, у микрофона, как обычно, я Бог, и сегодня мы смотрим новый видеоролик по рулеточке Hell's Tour. И у меня имеется 290, пацаны, 3 бакса на балансе, а это значит, что сегодня, пацаны, мы разыграем 175 рублей на ваш киви кошелек, и для того, чтобы принять участие в этом конкурсе, нужно будет выполнить только одно условие. Написать к этому видео 955 комментариев, и все на этом. А уже завтра в моей группе ВКонтакте, как обычно, в прямом эфире, и как обычно, с вами вместе мы отдадим, разыграем бабки, и все будет у нас скайпом. Спасибо за внимание, пацаны. Подписывайтесь и погнали смотреть видос. Реферальная программа. Вводишь промокод Богомол, получаешь 2 доллара на баланс. В общем-то, все это сейчас видите. Изи-карточка уже такое небольшое количество людей сделала. И можете также присоединиться к этому числу пацанов. Короче, у нас есть 3 режима. Классик, Coin Flip, Upgrader. Мы сегодня поиграем на каждом, проверим все шансы и попробуем максимально окупиться. Не знаю, как будет сегодня Hell's Tour себя вести, но я думаю, что мы с вами, пацаны, себя будем вести стабильно. Мы будем себя вести сегодня классно, аккуратненько будем играть, пытаться подниматься. Максимально 2500 долларов на хелле поднимал. Вы все эту серию легендарную знаете. Просто лютые там контентабельные машины были. И, как говорится, можно сделать с кайфом. Давай попробуем тот самый кайф передать, сделать, собственно, покупаем. И давай. По ставочкам. Сейчас у нас 4 часа дня. Я думаю, ставочки вполне такие, знаешь, херовенькие. Заходим в классику и пробуем потихонечку начинать. 24 бакса залетает. Это у меня, ребятки, аккаунт Бог Резерв. Поэтому пробуем сейчас что-либо сделать, пробуем что-либо воссоздать. И надеюсь, что у нас оно самое получится. Давай, брат, давай. Давай попробуем, почему бы и нет. Let's go. 40%, может быть, кто перетопит, может быть, кто хочет что-то мне сопротивоставить. Я не знаю, как это выговорить, господи, но ждем, надеемся, верим, как говорится, ёшки-моталки, палки. Давай. Сурик, let's fucking go. Давай. О, изи каточка. 62 доллара, но мы, конечно же, это с кайфом прямо сейчас поднимем на апгрейде, да, пацаны? Так, вот этот скин исключаем. Берем 12 долларов, пацаны, вот просто тактика. Тактика, галактика. Нормально, 12 баксов пойдет. Внушительно. Вау. Вот, значит, начнем с тикера. Я, пацаны, сегодня безобидный. Мы не будем пацанов пугать. У нас, собственно, инвент такой неплохой. Аккуратненько, чисто, знаешь, так, специфический сегодня будет у нас контент. 29%, не знаю, оставим. Я думаю, что кто-то захочет у него сейчас отжечь, я не знаю, вот что-то захотят с ним сделать или нет. Подожди, 43 доллара, 45, а под конец так никто не перетопил. Хорошо, что я вообще ничего не поставил и просто спокойно сейчас форманем бабки. Давай, let's go. Просто давай, сделаем. И это я не выиграл. Понял, странно, но понял. Вопросов не имеем, но понял. Вот так вот. Теперь, что мы делаем? Сразу, вот так вот вырываемся. Уже агрессор. В этой ставке уже агрессивничаем. Сюда идем. Два раза сейчас апаемся и с кайфом. Два раза нужно апаться. Первый пошел, пацаны. И, наверное, вот еще. Нет, вы не так поняли. Все, я аккуратненько. Вот так вот, хорошо, вулканчик. Ой, что-то мне кажется, что он сейчас не зайдет, пацаны. Ладно, вопросов нет. Плюс 40 баксов. Но здесь тоже перетапливать не особо вижу какой-то смысл, потому что, сейчас, блядь, возьмет и все, и выиграет на 0%. Поэтому 28%, 100 долларов почти банк, вообще с кайфом. Вообще просто с кайфом ставка. Я думаю, что мы ее прямо сейчас хап и забираем на изи-чап. Изи, пацаны, был 300 долларов изначальный деп, сейчас 410, мы уже на 7000 как бы в плюсе. Ну, это о чем-то говорит, я думаю, сегодня, поэтому... Покупайте мои тактики, шутка, блядь, вот. Нам просто повезло, лайф-лента есть в апгрейдах. Ебанись, а я и не знал. Парни, я-то и не знал. Давай, сюда, просто. Ну, просто вот весь ширп, блядь, хочется как-то немножко. Кстати, нифига так ширп сейчас может превратиться в нормальное бабло, но ладно. Вау, это моя ставка. Сюда, не-не-не-не-не. Такое я не пропускаю, братики, извините. Такое мы не можем пропустить сюда. И давай, 46%, 316 долларов. Вот эту ставку хочу, пиздец, забрать. 35%, просто что творится? 34%. У меня просто пиздец, 150 долларов в банк. Мой, ну то есть моя ставка в банке. А сам банк, короче, 430 бачей. Пиздец, хочу выиграть. Хочу выиграть очень сильно. Это пиздец сейчас. Ну, блядь, я не знаю. Ладно, верим в себя. Ныть не будем, блядь, пацаны. Ныть не надо. Сюда. Блядь, да пошел нахуй.
какой-то просто ноунейм забрал, пиздец, блядь. Ну, в смысле, не ноунейм, а в смысле, в этой ставке он не вписывался. Может быть, это какой-то известный чел, конечно, хрен его знает. Ну, что-то как-то... Ладно. Понятно, все, сука, ну, вот сейчас нужно апнуться, хотя бы сейчас, блядь, хотя бы сейчас вот нужно. Перчик, сюда. Блядь, давай, блядь, пизда. Ой, пацаны, ну не знаю, походу не сегодня. Ну, мне так кажется, хрен его знает, как оно будет на самом деле, но походу не сегодня, братики. 37%. Не, ну а возможно я сейчас выиграю и нормально будет. Просто пацаны топят жесткие, блин. Ну не. Да? А, ну да, кстати. Пойдёт. Но это не конец, я, блядь, хотел больше. Вот там $500 ставка была, вы видели, парни, я ебал. Просто, ну, вообще найс было. Давай. Ну, с кайфом. Вот такие скины, блядь, вообще на изи залетают. Может быть, благодаря вот таким скинам мы и поднимемся. Давай сюда. Блядь, ладно, сиди нахуй еще. Просто обидно, досадно, ну да ладно. Коинфлип, $90, как нихер вообще, погнали. Вступаем. Ты считаешь бабки, я не считаю, блядь, считаю на самом деле. Классика, 56, ну какие тут вообще несерьезная ставка. Я даже смотреть ее не буду, если никто не перетопит. Ну 37%, что я выиграл на изи, конечно. Ладно, стоп. Вы выиграли 170 долларов в коинфлипе. Выигранные скины появились в инвентаре. А, я поставил туда? Нихуя себе, пацаны. Подожди. Это же нормально. Нормально. Ролик удался. Ну, слушай, мы, конечно, не, блядь, пиздец в плюсе, да, мужики? Но. Во-первых, поменьше мата. Понимаю, что вы напишете, извиняюсь. Но 42%, 44%, может быть, сейчас что-нибудь получится. Но я верю. Ну, ты чё? Ну, с кайфом же могло быть. Ладно, я думаю, будем сейвиться, пацаны, на отметке 300 баксов, нам чужого не надо. Даже вот пусть так. О, ё-моё, не-не-не-не-не-не-не-не-не, это нам надо. Это мы сейчас попробуем отжать. Сюда. $386, но это просто ставка года, пацаны. Если сейчас не выигрываю, то вообще, походу, не выигрываю. Давай, братик, давай, сделай с кайфом, сделай просто красиво. Я дожму этот нож вообще как нихер. Как больно, как досадно. Я, знаете, как сейчас закончу ролик? Я закончу его красиво. Сейчас увидите. Короче, давай. Ну, давай. Если этот сейчас скин до $100 не доводим, наверное, я сейчас алын такой очень лютый сделаю. Давай. Блин, ну так-то доводим, слушай. $283. Пожалуй, на этом закончим наш видеоролик, пацаны. Подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание. У микрофона был, как обычно, Бог. И до новых. Сука, встреч. Ладно, парни. Я для вас. Чисто вот, блядь, ну не знаю, не хочу я, блядь, заканчивать так ролик. Хочется, конечно, попрощаться как-то с кайфом. Ну так вот, давай. 28. Пусть у меня будет 28%. $438 в банк. Блядь, вот сейчас точно всем спасибо за просмотр. Мы сейчас заберем эту, сука, ставку. И будет пиздец. Просто будет столько денег нахер. Я уже настроился. Это уже мои бабки, пацаны. Вот, смотрите, чекайте. Я, блядь, всегда знал, что это мои бабки. Сука, ёбаная собака. Ну нет. Ну все, блядь, я расстроен немного. Хорошо, давай сделаем скайп. Вы вот сейчас вот, вы видите, 360 мув. Хуяк, изи бабки. Изи, сука, бабки, на. Спасибо за внимание, микрофон был Бог. И пока-пока.